Сейчас трудно представить, что значили для страны, для читателей, для фронтовиков его «Окопы Сталинграда», написанные всего через год после окончания войны. Проклятая эта война еще жила в них, мучила, снилась ночами. Они твердо знали, правду о войне не напишет никто. Слишком горька и страшна эта окаянная окопная правда. Кто не был там, все равно не поймет. Кто был, никогда не забудет. И тут появились «В окопах Сталинграда». Это был взрыв, переворот в литературе. Так просто, искренне и страшно о войне еще никто не писал. Ни армии, ни вожди, ни идеология, но человек на переднем крае, на передке, своим мужеством и кровью отстоявший эту страну. Некрасов первым прорвался сквозь поток официоза. И из его окопов вышла вся наша военная проза.